возвращаюсь домой, в свой сарай. 7 утра сегодня работал. Яму копал, петужник косил. Здесь в ссадинах за этого петужника. Я надеюсь, часик опять поспать. Еще надо дойти. Километра 3. А время уже 10 часов. Уже 11. Уже почти темно совсем. Вот сети на мотках. То есть эта цепь гребаная, она мне мешается. Ужасно. Приходится идти на мотках. Это усложняет. Усложняет мои движения, усложняет мою жизнь. Ах, ужас. Зачем я такое испытание? Зачем я стал рабом? Я говорю, что обуви я уже не видел уже лет 7. И зимой тоже, и летом. Я уже, в принципе, привык. Многие привыкли. Даже зимой. Ну, там после 15 градусов, конечно, замерзают. Вот. Но мне дают одну шлепку, чтобы я менял их. Если я где-то работаю по 15 градусов, то у меня совсем уж ноги не окоченели. Одну притом шлепку дают. Не понимаю, почему. Одну шлепку. Это такое издевательство. Ни ботинок, ни носок по шлепку. Это после 15 градусов мороза на работе. На улице, если работаю. Вот. Ну, несколько раз, конечно, я отмораживал ноги. Пару месяцев. Валялся. Меня они не трогали. А потом, когда ноги приходили в порядке, все опять вперед. Вот сейчас, слава богу, сейчас лето. Лето можно босиком ходить спокойно. Не отморозить ничего. Конечно, там по асфальту, по камням, конечно, неприятно. А так вот, по травке, это вообще одно удовольствие. Ну, для меня это удовольствие, потому что у меня бывает всякое. 3 километра, блин. Дай бог, к 12 приду. А потом в 6 утра опять подъем, опять этот чепыжник будем рубить.
Ужасно под гробом. Ужасно. Сегодня меня просто забрали на улице. Дали подписать какую-то бумагу. Так как семьи нету. Мать уже старенькая. Ей это оставили, что я куда-то уехал на несколько лет. И все. Мне сказали, это будет рабом. Причем договор был бессрочный потом, как я знаю. 7 лет уже в рабстве. Вот эта жуткая цепь, которая так мешается.